Добрый день. Начинаем пресс-конференцию по окончанию матча «Торпедо» Нижегородской области «Торпедо» КФУ. Слава Пилаев, Уфа. Владимир, команда Слава Пилаев. Пожалуйста, слово. Я больше комментарий задаю. Спасибо. We started well today. We played first 20. Right away we scored first goal and I'm really satisfied our first 20 minutes today. Second one, we started again. We started well. First 4 minutes, really strong hockey. Our team but after that, first penalty, too many men on the ice, and after that eight minutes PK. So that was a hard time for us, but I'm really satisfied our PK, our goalie today. They really played well. And third one, again, power play goal. And really, really like our team, like a strong mentally strong today. So we played hard defense and we really wanted to win this game. Достаточно хорошо мы начали, особенно первые 20 минут мы сыграли хорошо, забили два гола. Понравилось, удовлетворен тем, как мы действовали. В втором периоде тоже достаточно неплохо действовали. Однако вот это удаление, особенно от заношения численного состава, оно повлияло. После этого было достаточно непросто выдержать давление торпеда. Но я доволен тем, как действовал наш голкипер и бригада меньшинства. Стоит отметить то, как ментально мы сегодня были готовы к игре. Мы очень хотели выиграть, и я доволен тем, что ребята сегодня именно были головой готовы к этой победе. А где именно? Вопрос, пожалуйста, коллеги. Здесь есть вопрос. А, да? Да. Ощущение. Подождите, пожалуйста, вопрос сначала из зала. Да-да. Можно вопрос? Из зала сначала. Как вы можете объяснить такое большое количество удалений, тем более подряд, и некоторые из них оказались, в общем-то, не вынуждены? First one, like I said, too many men on the ice. After that, right after face-off, second one, I didn't see this one. After that, I think I agree that we really need to improve and we really need to understand what does it mean, how we can play, because it's a wasting of time when we take so easy penalties. So that's the one big thing what we need to develop. Да, с вами согласен. Первое удаление заношения численного состава, второе, к сожалению, не разглядел. Да, нам есть над чем работать. И самое главное, понимать, что эти удаления – это лишь трата нашего времени. И мы только делаем все хуже. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Ощущение, что в самой концовке матча ваша команда немножко растерялась. Что, слишком рано уверовали в победу? So I'm really satisfied how our team they react and how they played after the opponent's goal and we really defended hard and with the full heart. So that's the really big thing. And I'm like the feeling behind the bench, it was today like awesome because I really felt that boys really wanted to win this game. Я доволен тем, как ребята реагировали в первую очередь на те ситуации игровые, которые были. Достаточно было сложно выдержать давление торпеды. И я доволен тем, той химией, тем ощущением команды друг друга на скамейке и что удалось преодолеть все сложно. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Можно вопрос задать? Да, да. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Продолжается проблема предсезонки, когда результат команды делают только легионеры. По-прежнему не беспокоит, что российские хоккеисты не могут отличиться? Спасибо. I'm not worried about that. It's the most important thing is that we have a players who can score. And for sure, it's time for them too. And I really believe that when we go further, it's also Russian players will score. But I need to say that I'm really, really satisfied our imports. Нет, по этому поводу не переживаю. В первую очередь, доволен, что у нас есть такие игроки, которые способны решить эпизод. Если мы говорим о иностранных игроках, я доволен, что они есть в нашей команде. А что касается русских игроков, никаких сомнений нет, что в течение сезона они и прибавят, и принесут нам пользу. Можно вопрос задать? Да,
Да, добрый вечер всем. Томми, вы, как и на предсезонных турнирах, очень хорошо сыграли в большинстве. Сколько времени вы отрабатываете в неравных составах игру на тренировках? Вот, кажется, что огромное количество времени занимает. Спасибо. Yeah, we practiced a lot. We started practice part like from second week. So guys working together for sure, and we coaches try to help them. And I believe that power play is maybe the biggest thing is that boys who's playing, they need to play with the good confidence. And at the moment, our guys, they have a really good confidence. So they really enjoy play the power play. So, but for sure, we practice a lot and because special teams are so important. Команда большинства имеет четвертый успех. Также очень необходимо для нас, и поэтому мы уже со второй недели тренировочного лагеря начали над этим компонентом работать. Мне очень нравится, как команда действует, и стоит отметить, что именно большинство, оно придает уверенности игрокам, и видно, что игрокам наша команда им нравится, они обожают действовать в большинстве, и да, вот мы этому компоненту уделяем очень много времени. Спасибо. Добрый вечер, Азамат Шулуков. Если никто не против, я хочу задать свои вопросы. Первый вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, потери защитников на синей линии, в первую очередь Лисовца. Сегодня их было достаточно много. Yeah, it's not easy to jump and take Philip Larsson's spot. Philip, he was out today and Lis replaced Philip. We scored today power play goals and like I said, it's not easy. Hey, Philip, he's a great player, and but we won this game. We scored power play goals, so unsets. В первую очередь довольны, что мы забивали сегодня голы в большинстве и что выиграли. Да, согласен, что достаточно сложно Ларсона заменить нигде на синей линии. Сегодня Лисовец сыграл на его позиции. Значит, достаточно было ему непросто, но в первую очередь мы удовлетворены, что мы сегодня выиграли и забили голы в большинстве. Объясните отсутствие Ларсена и Кугрышева. Это второй вопрос. Ларсен is a little bit sick. He's out and Kukrisen. Let's see next game what is his situation. But he's pretty close that he's back in line. Что касается Кугрышева, посмотрим в следующей игре. Он достаточно уже близко к тому, чтобы вернуться в состав. Что по Ларсену, он немножко приболел. И последний вопрос. Когда ждете дебют Алексеева? Всем спасибо. Let's see. Let's give him a little bit time. He's practiced a little bit. And we'll see. Maybe after first row trip after that. Давайте сначала немножко посмотрим, дадим ему время на акклиматизацию и, возможно, он сыграет уже после наших первых гостевых матчей. Если можно, последний вопрос. Есть возможность, нет? Да, пожалуйста. На предсезонке не так много Никита Сошников играл с Александром Кадейкиным и Владимиром Жарковым, больше играл во втором звене и в первом. Почему решили его поставить в третью тройку? They played already last season. They played together, and during the preseason games, I tried different kind of combinations. And when Finnish guys Manninen, Granlund, Hartikainen, when they started to play together, there was a right away connection and really good chemistry. So today I felt that Sof would be good. Player with the Karekin and Sharkov, so that was the plan. А в течение предсезонки мы пробовали различные сочетания, и стоит отметить, что и Сошников, Кадей, и Жарков до этого играли еще в прошлом сезоне. Что касается первого звенья отличной химии у наших иностранных хоккеистов, поэтому мы это увидев, решили вот использовать такое сочетание. Спасибо. Коллеги, Эдуард Гиматов, игрок команды «Салат Юлаев», готов ответить на ваши вопросы, пожалуйста. Наверное, может быть, сначала комментарий какой-то. Интересная игра. Такое ощущение, как будто это даже не первая игра уже чемпионата. Накал такой до последнего, да, от начала до конца. И что мы, что торпеда
была такая динамичная игра, в общем. Но сегодня мы победили, это хорошо. Вопросы, пожалуйста. Начало было за вашей командой, потом Торпеды все-таки смогут перехватить инициативу. Чем вы это объясните? Ну, начнем с того, что мы повели в 2-0, да, и в какой-то степени, наверное, маленечко дали себе слабину. Должны были по-другому сыграть во втором периоде. Ну, им Торпеда тоже надо дать должное, они взяли инициативу в свои руки, но счет стал 2-1, и мы все равно ввели в счете, и у нас было преимущество. Еще вопросы? Из онлайн есть вопросы? Добрый вечер, Эдуард. Насчет третьего периода хочу спросить. Примерно последние минут 8-9 Салават почти перестал идти вперед. В основном отбрасывал шайбу. В частности, было 3 проброса последние где-то минут 6. Это что было? Скорее реакция на активные действия Торпеды или пытались, что называется, сушить игру? Я думаю, что первый вариант про Торпеда, потому что задача, мы идем в счете, да, задача была выводить шайбу из зоны и сводить к минимуму атаки Торпеда. Но проброс – это не ошибка, да, это всего лишь сбрасывание, и есть возможность перевести дух и маленько отдохнуть. Еще вопросы? Насколько довольны своей физической формой? Не секрет, что из-за коронавируса некоторые игроки болеют, возможно, в том числе в Салавате, и на игроков третьих-четвертых звеньев, наверное, вырастет нагрузка. Хочу сказать, что у нас никто не болеет, у нас все в порядке. Что касается физической нагрузки, то мы хорошо работали на предсезонке, да, и сейчас с этим проблем никаких нет проблем у нас. Только касаемо физической подготовки. Еще вопросы? Нет, спасибо. До свидания. Господа, продолжаем нашу пресс-конференцию. На ваш вопрос отвечает защитник Салтилая Павел Колидов и нападающий Михаил Воробьев. Пожалуйста, вопрос. Ну, Михаил, вы проявили очень большую активность в одном из эпизодов по отношению к сопернику. Можете пояснить, что произошло? Да ничего, особо не произошло, просто игровой момент и все. Чуть поразговаривали, разошлись. Судьи с трудом вас, по-моему, удержали. Да там, по-моему, никто не рвался, как бы просто поговорили и разошлись. Еще вопрос, пожалуйста. Вопрос, пожалуйста. Из онлайна, может быть, есть? Добрый вечер, Михаил. Хочу спросить насчет того, насколько вы себя чувствуете сейчас комфортно в команде, насколько освоились. В конце предсезонки не набирали очков, сейчас оказались в звене без Кугрышева. Какими видите свои роли сейчас? Моя роль такая, когда как тренер скажет. Если он скажет там выходить и играть в меньшинстве, я буду выходить и играть в меньшинстве. Если он скажет там в большинстве, то есть в разных ситуациях. В каких ситуациях мне тренер скажет, я таких и буду играть. Поэтому разницы нет, с кем я выхожу, с Кугрышевым или там, с другим результатом. Известно, что вы любите делать передачи, а Амирову как раз надо набирать уверенность, чаще бросать. У вас была установка почаще как раз-таки давать ему шайбу на бросок? Такой установки не было. Как бы. Просто выходим на поле, играем, кто открыт, там мы отдаем, все друг под друга. Что произошло во втором периоде? Почему 4 подряд удаления, в третьем тоже далеко не сразу включились игру, в конце подсели? Это общий вопрос или какая-то механика? Это можно, кстати, обоим задать вопрос. Да, пошли. Мы второй период всегда играем плохо. Почему? Ну, вот так вот сложилось на последние игры. И мы пытаемся это все искоренить. Удаляемся. Неоправданные удаления были сегодня во втором периоде. Их было 2. Поэтому так сыграли. На этом пропустили шайбу. Будем смотреть, думать, как это изменить.